усилил состав и добавил свежей крови. ЦСКА сделал ход конем и поменял главного тренера. Дебют этих баскетбольных шахмат фаворита не выявил. В Москву команды приехали при равном счете. До Эндшпиля еще далеко, но шах в мегаспорте мы сегодня точно увидим. ЦСКА «Зенит». Партия номер 3. ЦСКА возвращается на Ходынку впервые за почти полтора месяца. После 1 апреля армейцы играли в гостях и успешно стартовали в плей-офф с двух домашних побед на арене в Крылатском. В баскетхолл Москва красно-синие еще не проигрывали, в отличие от 5 поражений в этом сезоне на паркете Мегаспорта. А какие шансы на выход в финал, если перед этим начинаешь серию в гостях? 10 раз в главном противостоянии сезона участвовали команды, которые имели преимущество своего паркета в полуфиналах. Но тут статистика почти равная, ведь в 8 случаях финалист не знал никакого домашнего гандикапа. Московские армейцы 3 раза в истории проходили 1-2 и затем брали золото. У «Зенита» такого опыта нет. Илона, второй сезон подряд, полуфинальные и финальная серия проходят до 4 побед, а не до 3, как это было раньше. Согласитесь, что это вносит еще больше накал к концу чемпионата? Да, конечно, мы предоставляем возможность болельщикам посмотреть как можно больше интересных, напряженных игр. Мы много общаемся с клубами, и для клубов очень важно выиграть какой-то трофей. То есть первые 3 места – это действительно очень достойный результат. Это то, что можно показать спонсорам в регионах. Каждая медаль, да, каждый кубок, он очень важен. Мело Тримбл стал лучшим баскетболистом сезона, выходящим со скамейки. А сегодня получил еще и награду «Игрок месяца» по версии болельщиков ЦСКА. Американцу вручил приз другой армеец, главный тренер футбольной медиакоманды «Тудроц» Дмитрий Кузнецов. Вы чемпион страны в составе футбольного ЦСКА в 91-м году. А каким 33 года назад был баскетбольный ЦСКА? Наверняка пересекались. Ну, мы тренировались на Ходынке тоже, в манеже ЦСКА, а рядом был дворец баскетбольный. И мы сюда, когда выходили после тренировок, и шел плей-офф, и все время попадался суперматч. Жальгирис ЦСКА. Играли и Сабонис, и Куртинайтис, и Еремин, и Тараканов. И билеты были по 25 тысяч рублей. Там биток был, невозможно было достать. И нам вот, ну просто не везло. Мы не могли попасть, потому что все забито было. ЦСКА прямо сейчас лучшая атакующая команда сезона. А «Зенит» не знает равных в оборонительных действиях. На старте серии нападение армейцев оказалось сильнее защитных схем Паскуаля. Плюс 15 в дебютной полуфинальной игре, однако совершенно иной сценарий написали команды во второй битве. Сергей Карасев выходит на паркет с повреждением и становится настоящим джокером в тренерской колоде. Опытный форвард попал 7 бросков из 8 с игры, набрав 22 очка. Плюс 12 в пользу «Зенита». Серия переезжает в Москву при счете 1-1. В этом году действительно все 4 команды, которые играют в полуфиналах, заслуживают друг друга. И 1-1 в этой серии, 1-1 в серии «Казань-Локомотив-Краснодар» – это, наверное, самое правильное для болельщика, самое нужное, когда ты не знаешь, с каким результатом у тебя закончится. Нет явного фаворита. Мне кажется, что это как раз заставляет людей там с дополнительным каким-то азартом болеть. Сколько матчей будет в этой серии? 7? Мы все за самое большое количество матчей. И мне кажется, что оба полуфинала к этому располагают. До полуфинальной битвы номер 3 в этом плей-офф у Андреаса Пистиолиса в активе уже 4 победы в 5 матчах. Столько же под занавес регулярного чемпионата было и у Эмила Райковича, правда, за 12 последних игр во главе ЦСКА. 45-летний греческий специалист в армейском клубе работал помощником Димитриса Итудиса на протяжении 8 лет. Спустя 2 года возвращение Пистиолиса в мегаспорт получилось удачным. Как ЦСКА изменился за последние 2 года? Понятно, что изменился состав, но можете сказать о духе команды, о ее философии? ЦСКА остается ЦСКА. Это организация высочайшего уровня, здесь все этому уровню соответствует. Я счастлив видеть то, как клуб приспособился к переменам. Я вернулся в команду того же уровня, из которой когда-то ушел.
Скажите честно, скучали по Москве? О да, вы представить себе не можете, насколько сильно. Когда я сюда приехал, почувствовал, что вернулся домой. Когда начал перемещаться по городу, сразу вспомнил, где был и что делал. Я провел здесь 8 лет, больше, чем в Греции, так что Москва для меня отчасти второй дом. Теперь вы главный тренер ЦСКА и наверняка испытываете давление, как из-за ожиданий фанатов, так и из-за богатой клубной истории. Это давление мотивирует вас или какие чувства вы в связи с этим испытываете? Всю свою карьеру я работал в топ-клубах, так что мое становление как тренера происходило под постоянным давлением. Даже когда другие не оказывают на меня его, это делаю я сам. Но, как вы и сказали, это меня мотивирует, заставляет двигаться дальше. Для некоторых людей давление — это слово с негативным значением, но не для меня. Самое важное для меня сейчас и то, что мной движет, не подвести людей, которые верят в то, что я заслуживаю возглавлять этот великолепный клуб. Стартовый рывок 24 в пользу ЦСКА, и после первой четверти 22-7 на табло. Очень было похоже на мат в два хода. Однако в следующем игровом отрезке гости стали хоть что-то попадать. «Зенит» выдал спринт 10-0 и подобрался близко, но все тот же «Тримбл» напомнил, что это противостояние скорее марафон, а не бег на короткие дистанции. Американский защитник набрал 8 очков подряд, а красно-синие к большому перерыву сохранили двузначное преимущество – плюс 12. Мелоп, скажи честно, ты получил награду лучшего игрока месяца, за тебя голосовали фанаты, награждение было до матча. Мотивировало ли тебя это набрать так много очков в сегодняшней игре? В этом дело? Нет, меня мотивировала поддержка болельщиков. Кажется, столько людей на трибунах в этом сезоне я еще не видел. Мы сами себя поставили в такое положение, выглядели плохо во второй игре и были очень мотивированы на этот матч. Тренер настроил всех, включая меня, награда — это, конечно, приятно, но победа важнее. Плюс, повторюсь, столько народу на арене. Вот главная мотивация. Вы ушли в отрыв в счете в самом начале. Что было сложнее, создать этот отрыв или сохранить его на протяжении встречи? Наша команда в последнее время медленно запрягает. В предыдущей встрече с «Зенитом» в ходе регулярки мы, наоборот, уступали и уступали много, 20 очков. А такую разницу очень тяжело отыграть. Поэтому сегодня мы были настроены убегать с самого начала. Конечно, они хотели того же. Когда «Зенит» уходит в отрыв в первой четверти, дальше с ними бывает очень тяжело. Думаю, сохранять отрыв было тоже непросто. Но создать его все же было сложнее. Я просто рад, что нам удалось так удачно начать матч. Во второй половине зенитовцы так и не смогли сдержать «Тримбла». Хотя в контексте этой игры нельзя не отметить усилия Георгия Жбанова. 6 подборов на чужом щите. Не каждый центровой таким похвастает. В какой-то момент максимальное преимущество ЦСКА составило 26 очков. А трибуны «Мегаспорта» волновались в прямом смысле этого слова. Естественно, всегда хочется покороче, побыстрее, пройтись и все, но мы играем с «Зенитом», там с той стороны играет «Лока» с «Униксом», поэтому это достаточно тяжелые полуфиналы с обеих сторон, поэтому легкой прогулки тут ни для кого не будет, и ожидать, что они подняли руки и сдались, это полная глупость, и так точно делать нельзя. Игра для нас сегодня сложилась непросто. В следующем матче нам нужно стать лучше как в атаке, так и в защите, потому что мы хотим увести из Москвы хотя бы одну победу. В выездных матчах нельзя давать сопернику настолько отрываться в счете. Догонять и дома непросто, но в гостях особенно тяжело. В третьей четверти у нас был шанс сократить отрыв до 9-10 очков, но мы не забили свой бросок, а они увеличили преимущество. И нам не хватило энергии, дома такого обычно не происходит. Как я сказал, догонять в счете всегда тяжело, и чтобы такого не случалось, в следующем матче мы должны сами пытаться оторваться с первых минут. У «Зенита» совершенно не шли дальние броски. Всего один трехочковый за 20 попыток. Еще 4 гости попали в самой концовке, когда ЦСКА было уже не догнать. «Тримбл» стал лучшим в своей команде по очкам, подборам, передачам и эффективности. При нем на паркете армейцы выиграли плюс 26. Итоговый счет в протоколе зафиксирован на разнице плюс 14, но куда важнее – плюс 1 в серии.
катастрофы. Начало игры нам явно не удалось, просто катастрофа. Совершили три потери в первых трех владениях, не контролировали соперника в защите. Старались, но тем не менее ничего не выходило. А сами реализовали лишь 32% бросков с игры. Больше сказать нечего, надо забыть это поражение как можно скорее и с чистой головой готовиться к следующему этапу противостояния. Нужно агрессивно действовать в защите, ведь только на защиту и можно положиться. У вас не может быть неудачного дня в защите, если только вы совсем не старались. Ведь в атаке бывает, что бросок не летит. В этом моя философия, это я пытаюсь донести до игроков. Но сегодня именно игроки воплотили мой план в жизнь. Я-то могу сказать что угодно, но только игроки могут реализовать это. Я указываю им направление, а они делают остальное. Это не просто план на игру, это наша философия. Теперь мы всегда так действуем. Ждите от нас того же в каждом матче. По крайней мере, я на это надеюсь. Эта серия становится настоящей битвой, как все от нее и ждали. Сейчас нам просто нужно концентрироваться на следующей игре и не заглядывать далеко в будущее. Сейчас для нас важен только ближайший матч. Хотелось бы поговорить о фотографии, на фоне которой мы записываем это интервью. Наверное, это одна из важнейших побед в вашей карьере. Вообще-то, таких фото тут три. И мой вопрос звучит так. Когда и где вы будете вешать четвертую фотографию по итогам этого сезона? Моя работа не обсуждать фотографии, а выглядеть так, как я выгляжу вот на этом фото за моей спиной. Я провел в ЦСКА много лет, за которые у меня накопилось немало прекрасных воспоминаний. Надеюсь, их станет только больше. В случае повторения седьмых матчей имена финалистов этого плей-офф мы узнаем только 22 числа, а в прошлом году, уже 16 мая, все знали, что Уникс чемпион. Баскетбола стало еще больше, а битва за Кубок Белова в самом разгаре. Пистеолис поставил шах Паскуалю, следующий ход за испанцем.